Вот, кстати говоря, поэтому и там предпочитают заниматься финансовым бизнесом, потому что он рентабельней. Поэтому нет, вот. Рентабельный в том случае, если можно втюхать пустые бумажки. Это вот как у нас, да, приходил рейки, ты говорил, купи кирпич за $1 миллион. И так покупали. Ну, вы думаете, покупали, потому что кирпич оценили в $1 миллион? Нет. Потому что сзади стоял человек с пистолетом у виска и говорил, вот да, вот этот кирпич за $1 миллион. Подсказывал. Ну, вот и вам метод американского управления. Ну, точно так же и золотовалютные резервы накапливаются с пистолетом у виска. Конечно. Ну, то есть это бандитский метод госстроительства. Конечно, да. Единственное обеспечение американского доллара – это американские авианосцы и ракеты. Да. Ничего другого. Да, а если не доходит, то войны. Как на Украине, как в Сирии, как по всей Африке и так далее. Как в Йемене сейчас. Это метод.